Всем доброго времени суток, вы на канале Дача Лайф, и сегодняшнее видео посвящено добыче меди из медного кабеля. И как вы видите, тут уже представлены пару вариантов станочков для разрезания и быстрой добычи кабеля. Видео не для педантов, сразу говорю, вот смотрите, видите, ножик применил ржавый, да? Кто-то скажет, что у тебя все ржавое, да? Я его слепил из того, что было, как говорится, да? Используй то, что под рукой, и не ищи себе другое. Суть не в этом, суть в самой конструкции, которая простая, изготавливается буквально за пару минут. Вот у нас дощечка такая. Здесь мы просверлили отверстие чуть-чуть больше толщины кабеля. Сверху было ножовочкой по металлу пропилено паз такой, да? Вставлен кусочек лезвие 18-миллиметрового ножа, чтобы он у нас как-то регулировался. С этой стороны закручен саморезик как ограничитель, в него упирается лезвие, и кусочком такой перфорированной ленточки, как видите, с саморезиками мы регулируем глубину подачи этого ножа. Был вариант вот такой с трубочкой. Я думаю, все поняли, что в трубочку заходит нож, но очень сложно по диаметру подобрать, поэтому отказались. Тоже режет нормально, но вот этот вариант намного лучше. Сейчас покажем вам, как он режет, в общем-то, изоляцию кабеля. Вот берем кусочек кабеля, который нам надо очистить. Вставляется в отверстие сюда. Просто рукой пропихивается. Вот, он начинает выходить, мы его подхватываем и просто протягиваем. Протягиваем очень спокойно, и причем можно быстро тянуть, без разницы. Все, вот мы его протянули. У нас, показываю, изоляция полностью разрезана. Дальше мы просто берем вот так вот. Вытягиваем этот кабель весь, сколько нам надо. Спокойно он вытягивается, сматываем и укладываем. В общем-то, ничего сложного. Надеюсь, конструкции нету. Все, мы его смотали. Вот, все быстро почищено. Изоляция отдельно. Кабель отдельно, можем его спокойно сдать. Вот, смотрите, за короткое время вот это все, что мы почистили, изоляция, да, вот наша медь. Все прекрасно. Завтра получим денежку. Всем до новых встреч. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. В общем-то, все очень просто. Можно подобрать для любого размера. Если у вас много кабеля, имеет смысл сделать вот такой маленький станочек. До новых встреч.